Ці можете ви собі дозволити замахуватися на життя лідера нації або на життя іншого чоловіка, навіть коли ти п'яний і несеш безглуздицю? Давайте розбиратися. Гэта Шухер-шоу і я, Андрей Павук. Ще у прошлым годзе я телефонував одному патріоту з нагоди даведацца, чаму ён хоче забіць Святлану Ціхановскую. Вызов быў зарэгістраваны ў Раусе «Факты на твар». Кіберпартызаны любезна прадаставілі мне гэту інфармацыю. Я доўга думаў, ці маю права я паказваць гэту размову. І, здаецца, прыняў неправільнае рішэнне. Таму сёння вы яе пачуеце. Поехали. А, здравствуйте. Я ищу Ирину Николаевну. Да. Позвонили ей. Ей. А это Геннадий Владимирович? Да. А, вас беспокоит оперативный дежурный Запрелов Илья Леонидович из Комитета гражданской безопасности. А, наши коллеги передали нам оперативный... Да. Наши коллеги передали оперативную информацию о том, что вы звонили с сообщением о том, что хотите убить Тихановскую, и уточняли, какую ответственность будете нести за это. Я не хочу никого убивать, вы что? Ну вот было такое сообщение в милицию. Да нет. Не было такого с этого номера? Нет, нет, нет. С этого номера точно не было этого сообщения. С номера Я ее так ненавижу, это, конечно, да. Но я такое не говорю. Я никого убивать не собираюсь. Не было, нет. Не было такое. Но вы не любите Тихановскую. Я очень ее не люблю. А почему? Но убивать я ее не собираюсь. Почему? Да. Почему? Вопрос такой риторический. Потому что она меня... Это Тихановская ваша, да, или как она, наша, да? И их. Белорусская гражданка Белоруссии. Ихняя. Рассорила меня с кучей друзей, с родственниками рассорила, с бывшими друзьями, с одноклассниками бывшими, с которыми я в школе учился, рассорила. И вы хотите, чтобы я ей жопу лизал или что? А как она лично товарищи рассорила? Товарищи из КГБ. Угу. Я вас слушаю. Да. Как? Да. Как рассорила? Ну, одни начали за нее голосовать, а я голосую не за нее. Понимаете? А за кого? А это уже, наверное, тайна. Правильно? Нет, но... Я за Лукашенко голосую. Отлично. Все правильно. Не отлично. Я делаю это лично и безгранично. Это мой выбор, это мой президент. Вы представились мне? Да-да, Илья Леонидович Запрелов. Знаете что, уважаемый? Да. Если вы мне звоните меня споймать, так если вы хотите, я ее забью, нахуй. Потому что, блядь, вот эта вот скотина, нахуй. Нет, я убивать, я телесные никакие повреждения не собираюсь наносить этой гражданке Тихановской. Но у меня... Разругалась полсемьи, блядь, с помощью ее. Спасибо ей. Я не хочу, чтобы нас рассаривали. Рассоривали, наши семьи разбиваются, понимаете? А вы бы могли к нам прийти дать показания, пожалуйста? Какие показания? Что я? Ну, то, что вы ее не любите, то, что Тихановская ссорит вас, ваших родственников с вами. Эти материалы лягут в новое уголовное дело против нее. Нет. Зачем? Ну, знаете... Она же имеет право, собственно, быть избранным президентом, да? А чего вы взяли? За нее же не проголосовал никто, да? Ну, или там 8%. На самом деле... Геннадий Владимирович, к сожалению... Да, это я. Да, к сожалению, за нее проголосовало большинство, но мы должны это тщательно скрывать. Серьезно? Да, это серьезно, и ни в коем случае никому не сообщайте об этом. Поэтому нам нужна ваша помощь. Правду, вот вы мне доносите правду. Да, нам нужна ваша помощь. Придите, пожалуйста, в наш центральный аппарат и дайте эти показания, чтобы мы смогли завести на нее новое уголовное дело. Стойте, а зачем тогда заводить уголовное дело, если она по правде выиграла голосование? Поймите, что выигрывает тот, кто сильнее, а не тот, кто по правде побеждает. Мы вам... Нет, вот сейчас вы, Владимир, вы сейчас не правы, как раз-таки.
Тогда я какие могу дать показания? Против нее я не голосовал. Я голосовал за Лукашенко. Да, это правда. Дело в том, что меня, наверное, наебали в очередной раз. Как у нас умеют. В каком смысле? Правильно? В каком смысле? Во всех смыслах, блядь. Я голосовал за действующего президента. Так. Почему? Потому что я хотел мира и спокойствия. Так. Но я не против, бля, европейских отношений наших. Ну, Беларуси с Европой. Я не против. Я наоборот как раз таки за. Угу. У меня в Литве живет родственницы, живут в Питере, живут родственницы. Мы все созваниваемся, мы все общаемся. Я понимаю, как кому-то где-то из них там где-то что-то грустно. Но я понимаю, что нам должно быть уже чуть получше. Но я голосовал за Лукашенко. Mm-hmm. Потому что, да, да. В этом году я выбрал его своим президентом. Но... Хотите, не хотите, но это правда. Да, мирного-то неба стало меньше куда после выборов. Я бы сказал, что его вообще не стало, мирного кто неба. Кто виноват в этом? Вы хотите меня на откровение потянуть? Тогда я скажу, виноват Лукашенко. Так. Виноват... На сегодняшний день виноват Александр Григорьевич. Потому что он немножко неправильно себя повел. Ну, если откровенно брать, то именно так. А как это исправить? Как? Ну, не Майданом. Не Майданом, не Майданом. Ну что, надо... Что... Вот почему вас интересует мое мнение? Потому что мы не знаем, что делать. Мы тоже в отчаянии. Мы видим, что Александра Григорьевича надо спасать, но он недоступен, тот не подпускает близко к себе. Ну да, это я согласен. Значит, смотрите, что надо делать. Надо, чтобы он самолично самоустранился, так? Но сделав... Как в России сделал когда-то Ельцин. Угу. Он должен сделать себе замену. Но человек, экономиста, это минимум. Минимум. Угу. Экономист должен быть человек. И все. И тогда у нас выберут его. Все. Понимаешь? Угу. Хотя Тихановская, она... Ты, ну, она очень молодец, она за мужа пошла. О, таких баб мало, как она. Угу. Хотелось бы таких, конечно, каждому так, по такой жонке, блядь, выдать. С помощью государства. Ну, это теперь у нас с Тихановской большие проблемы, с ней встречаются все мировые лидеры, а с нашим Александром да, не это хочет. Это не проблема, это не проблема, это радость. Это радость? Это радость, что она встречается со всеми. Но, да, извините, я закурю. Давайте. Спасибо. Я не голосовал за нее, потому что я в ней лидера не увидел. Она женщина. А женщина не может быть лидером. Максимум у меня к ней удовлетворительное отношение только по поводу того, что она замуж за свою пошла. Вот, все. Больше, что я еще могу сказать о ней? Относиться к ней по-человечески могу. Она очень хорошая, она очень такая какая-то коммуникабельная, ну, в плане того, что она поехала по Европе. Это уже хорошо. А с другой стороны, как бы, ну, хрен его знает, что там дальше будет, бля. Ну, на самом деле, а вы работаете, какая у вас зарплата в КГБ? $3000. Серьезно? Да. Только никому не говорите, пожалуйста. Нас ругают за это. Не, ну, кому я об этом скажу? Жене, например. Чьей? Своей. Тихановского. Ну, прям сейчас позвоню и скажу. Не, ты тоже там это КГБ не переживай. Слушайте, мы заинтересованы в таких сотрудниках, как вы. Вы могли бы подойти анкету заполнить к нам? Зачем? Зачем я вам? Я старый больной дед. Ну, у нас мало уравновешенных людей, которые могли бы так вот трезво размышлять.
о политике? Нет, конечно, ребята. Вы знаете, что мы очень все нервничаем сейчас, потому что не знаем, что делать. И ситуация уходит из-под ног. Слева Путин поджимает, справа Евросоюз, снизу Украина, сверху Прибалтика. Так скажите, КГБ, что вы хотите? Свергнуть действующую власть? Мы хотим, чтобы было мирное небо над головой, чтобы Александр Григорьевич был вечный президент. Ну, вот уже я не согласен с вами тогда. Почему? Видите, наши дороги разошлись. Ну, потому что я не хочу, чтобы Лукашенко был вечный президент. А как по-другому может быть в Беларуси? Как-нибудь. Ну, преемника. Дайте здорового, нормального мужика, молодого. Кого? Который... Ну, давай подумаем. Давай почешем мозги. Кто сейчас может заменить Александра Григорьевича? Кого вы знаете? Бывший министр культуры, почему бы и нет? А это почему кто? Бы и нет? Латушка. А-а-а. А почему бы и нет? Ну, Латушка враг, он в Польше. Это не вариант. А, он враг. А. Это кто его назвал врагом? Ну... Он не враг. Если его сам Лукашенко назначал министром культуры, так какой же он нахрен враг, а? Ну, ошибся немножко Лукашенко. Он бывает ошибается. Он уже не молодой человек. Поэтому... Когда он его назначал, это было 15 лет назад. Тогда он был еще помоложе, на 15 лет. Тогда он был предан системе. Сейчас он передумал. Латушка. Поэтому хорошо. Ладно, не будем долго разговаривать. Хорошо. Нет, есть второй вариант у меня. Подожди. И у меня есть второй вариант. Так. Хорошо, вы знаете у меня и имя, и отчество. И я вам второй вариант скажу. Олег Гайдукевич. Хороший кандидат. Почему не... Почему нет? Так он это очень... Вот вы мне скажите одно «нет» против его. Я, возможно, соглашусь. Он врет часто, врет. Врет, и у него плохая репутация у нас в органах. Ну, как раз-таки он бывший сотрудник наш. Вот-вот. Ваш. Да, да, мы про него все знаем. Он нам не подходит. Как президент, это точно. Хорошо. Куда я должен подъехать? Когда? Да, то есть это будет не сегодня, это будет завтра. Давайте лучше так. Вы сидите дома, мы сами приедем, никуда не нужно идти. Заполните анкету, и... а далее уже сообщим, где и когда будем встречаться. Спасибо вам большое за вашу гражданскую позицию. А ваша какая позиция? Мне интересно. Наша позиция, чтобы Лукашенко был бессмертен. Знаете, я сейчас позвоню... Ваш номер у меня из Лондона сохранен. Я сейчас позвоню своим друзьям, которые в Губопе, и спрошу вас, кто вы такой и почему вы мне звоните и задаете мне вот такие вопросы. Вы мою политическую и личную жизнь не имеете права вмешиваться. Правильно? Правильно? Да, по закону? Да, правильно? Да, все правильно. Да. Все правильно. Именно Но так. Но я с удовольствием сейчас позвоню в Губоп и сообщу о вашем звонке. Хорошо? Да, спасибо большое. Сообщайте. Будем на связи. И вам большое спасибо. Хорошего дня. Звоните. До свидания. И вам хорошего дня. Я думаю, что багато хто з ябатьок думає так, як гэты чалавек. Тому важна, каб яны гэта ведалі. Дзякую Геннадію Владимировичу за цікавую размову і за вынікі, які ён сам зрабіў. Жыве Беларусь, слава Україні!